Слушай, Жужа и Бородина помирились? Нет, не помирились, и вряд ли они когда-нибудь помирятся. Кстати, а что там было-то в последний раз? Хочешь, ну, вот, кстати, свеженькая. У нас есть в WhatsApp чат под названием «Прачка». Да. Вот, ну, в курсе ты, наверное, да? Я, мне кто-то говорил, да. Вот, ну, там Бушина, Дашка, Пынзарь, Ксюха, я... Ну, много девочек, у нас там 14 человек. Да. Представляешь, у нас там есть одна девочка, которая делала все время себе ресницы. И она пишет своему мастеру в очередной раз: «Привет, когда мы, типа, сделаем реснички?» А та и пишет: «Ты знаешь, я просто делаю ресницы Кате Жуже, а она мне сказала, чтобы я больше тебе и никому из вашей компании ресницы не делала. Так что пока...» Прикинь, Катя Жужа попросила мастера по ресницам, чтобы она больше никому не делала ресницы из нашей компании. Но я, собственно говоря, их и не делала, эти ресницы. А я делал. Я делал. Я постоянно сделал. Да. Не любишь Жужа. Без ресниц вот ходи. Понял? Но... Да, все-таки Жужка, она, конечно, подленькая. Ой, подленькая, да, девка? Ох, не люблю я ее. Она же... Я вчера рассказывал историю, Натусь, мы когда новости стали делать, вот помнишь, да, босс меня сделал редактором новостей. Она не в зуб ногой, она не может текст вообще читать. Босс нам дает там 1:30 вам для записи 5 новостей. Я как редактор никак не могу с ней справиться, она не может их записать. Никак, я ей не могу вставить свой голос, свой язык, она тупит, и всякий раз мы переписываем дубль. Что ты думаешь, Натусь, она делает? Я уже приехал домой, в этот момент мне звонит босс, начинает на меня кричать. Это ты виноват, что новости не записаны вовремя. Не могу ничего понять, как, подожди, как я виноват. Я только модератор. В кадре находится другой человек, который не может попасть в темп никак. Оказывается, Жужа, для того, чтобы упредить, понимаешь, да, что босс там может, ну там, это его право разбираться, потому что затянули съемки. Вот, и оказывается, ты представляешь, она позвонила ему, это Жужа, вот, и для того, чтобы снять с себя, так сказать, вот это вот, снять с себя всю вот эту вот кару, которая на нее может быть с босса, хотя как бы он на девчонок же не кричит никогда, вот, она ему начала говорить, что в этом во всем виноват Рустам. Босс, естественно, звонит и начинает на меня наезжать: «Виноват ты». А я понимаю, что моей вины нет, что вот она Жужа, и я ничего не могу сделать. Вот они, операторы, и все видят, что она дико тупит. Натусь, дико. Боссу я этого даже не стал объяснять. Ну, уже, наверное, в силу возраста. Я понимаю, что боссу уже не это не объяснить. Вот если у него есть своя какая-то задача, то он ее выполнит, все. Проще мне выслушать, согласиться и как бы дальше. Но тогда я понял для себя, что я имею дело с очень подлой натурой по имени Жужа. Я прям, меня это расстроило, потому что я на самом деле думала не... Ее уволили, да? Да. Вот. Так, дамы и господа. Итак, сейчас новость, которую, наверное, вы не знали. Спасибо, Натусь. Итак, Жужа на самом деле была уволена из «Дома-2». То есть все эти ее россказни о том, что она уходит жить с мужем, с парнем, я не знаю, с кем угодно, ребят, это все вранье, ее уволили. А за что? Профнепригодна, честно, Натусь? Я не могу всего рассказать. А, слушай, так я могу. По-моему, она, как мне сказали, она на острове кому-то там из парней дала. Было такое, Натусь? Из-за этого. Я про это не знаю, Русь, честно тебе говорю. Правда? А про то, что там на острове, врать не буду, не знаю. Я знаю, Натусь. Она полетела на остров как ведущая, да, кому-то там дала, понимаешь? Ее выгнали за это. Любит секс девчонка. Ну что поделать, любит девчонка секс, Жужка. Ох и Жужка, хотела потратить собственные писеньки. Ой, Жуженька, но зато работы лишилась такой, да? Ну не за этого, не за этого, да? Наверное. Не знаю. Или кому-то не дала. Да нет, ты же знаешь, нет, что такого нету. Да я шучу сейчас. Натусь, да бог с ней, все, обсудили ее и бог с ней. Да, ладно. Да, месть за Бородулю, мы отомстили за Бородулю, отомстили. Да. Вообще, я такого человека, как Жужа, если честно, я в шоке с нее. И я, Натусь. Теперь
Нельзя, так нельзя. Нельзя плевать в колодец, из которого пьешь. Нельзя так к людям относиться. Нельзя людьми пользоваться. Угу. Там перешагиваешь, ну... Ты потом тройнеху понёшь.